моделей этой техники в магазинах не просто большой, а огромный. Речь о телевизоре. Сегодня расскажем, на какие параметры обращать внимание при покупке. Начнем с размеров. Если помещение маленькое, то не стоит гнаться за слишком большим телевизором. Считается, что оптимальное расстояние от глаз до экрана – 3 высоты экрана. Если хотите брать телевизор на кухню, то лучше брать с диагональю до 32. Ну и смотря уже на ваше усмотрение, с интернетом вы хотите брать телевизор, либо без. Если вы хотите уже брать в спальню или в гостиную куда-нибудь, то лучше брать уже от 40 и до 65. Следующий момент – тип матрицы. Как правило, выделяют LED, OLED и QLED матрицы. Первые – это жидкокристаллические телевизоры со светодиодной подсветкой. Она может быть двух типов. Прямая часто используется в бюджетных телевизорах. Такая подсветка позволяет добиться хорошей яркости. Однако на темном фоне у ярких точек появляется ореол. Модели с боковой подсветкой стоят дороже. Светодиоды в них расположены по краям экрана, что создает равномерный черный цвет и хорошую контрастность. Самое лучшее – это считается OLED-матрица. Она считается самой лучшей по передаче именно цвета, ну, либо и оттенка. Тут максимальная настройка, например, черного, вот она очень хорошо передает. Что касается разрешения экрана, то выбирать его нужно только для LED-телевизоров. Модели с современными QLED и OLED-технологиями имеют разрешение 4К. HD-модели – самые бюджетные по стоимости. Если вы ищете небольшой девайс для кухни или дачи без наворотов, то смело выбирайте такие варианты. Телевизоры диагональю от 32 дюймов могут иметь Full HD разрешение. В этом случае лучше отдать предпочтение ему. Большинство современных телевизоров имеют технологию Smart TV. Она позволяет выходить в интернет, скачивать приложения и игры. Я считаю, что удобнее приобретать телевизор с просто Android платформы, потому что они проще в использовании. Почти все телевизоры имеют вход на антенну, USB разъемы от 2 до 3 штук, разъем для HDMI для подключения приставок. Также перед покупкой внимательно изучите дополнительные опции и определитесь, насколько они вам необходимы. Например, расширенный динамический диапазон позволяет увидеть больше деталей в самых светлых и темных сценах, а частота обновления изображения в герцах влияет на плавность отображения быстрых движений. Качественных покупок!